поздравляю с наступившим Новым годом 2018. И хочу вместе с вами открыть вот этот подарок. Напишите, пожалуйста, в комментариях, было бы вам интересно посмотреть видео про подарки, которые я получила на этот Новый год. Но сегодня я буду с вами распаковывать конкретно подарки от Louis Vuitton. Давайте начнем. У меня чешутся руки. Очень хочется уже все это дело открыть. Потому что кто смотрел мои влоги, то вы знаете, что эти пакетики у меня стоят уже давно под елкой. Коробочка украшена праздничной ленточкой золотого цвета, и на ней написано Louis Vuitton, и их значки в виде клевера. А также тут идет открыточка, синенькая петелька, за которую можно будет открыть коробочку. Итак, что же тут? Мешочек и... Та-да-да-дам! Это обложка на ежедневник в размере PM, то есть это маленькая обложка. И я выбрала ее бежевого цвета. Канва называется Damier Azur. Мне очень нравится, как она смотрится. У нее идет такая заклепочка. Также в этой обложке имеются два больших отделения и отделение под карточки. И как вы видите, тут мои инициалы. Смотрите это видео до конца, потому что когда я была в магазине, я снимала, как мне делали эти инициалы, если вам, конечно, это интересно. А в принципе, если вам интересно, как я веду свой ежедневник, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, я обязательно сниму такой ролик. Это маленький ежедневник, который я буду носить всегда с собой. А тут у меня лежит большой ежедневник, который будет лежать дома. В нем я буду писать все более развернуто. Конечно же, к ежедневнику идут блоки. У меня это полное издание. В этом году Louis Vuitton воплощает тему путешествий. Кстати, все изображения нарисованы акварелью. Ну, естественно, не конкретно в этом блоке нарисованы акварелью. В принципе, они были изначально нарисованы акварелью. И потом... размещены на страничках этого ежедневника, этого блока. Давайте, наверное, по очереди все это доставать. Обратите внимание, что странички серебряного цвета сбоку. В этой коробочке было много всего интересного. И первое – это книга контактов. Конечно, большая часть контактов у меня находится на телефоне, но некоторые контакты я записываю. И как раз эта малютка будет кстати. Так, дальше... Следующий блок. Что это у нас? С чем он? А, тут разная информация. И также странички, на которых просто можно что-то записывать. То есть стандартный блок, который идет во многих ежедневниках. Так, это карта. Прикольная вещь. Можно будет на ней отмечать, в каких странах я была или буду. Так, следующий блок, это у нас что? Так, давайте посмотрим. А, тут уже начинаются как раз-таки месяца. Я сняла вот эту бумажку, потому что она мешала мне показывать. В общем, посмотрите, о чем я говорила. Изображение, которое выполнено акварелью, да? Вот они. Это месяц какой-то, это июль. И каждому месяцу идут вот такие вот... прикольное изображение. День выглядит вот так в ежедневнике. То есть тут написано время, а тут можно делать какие-то заметки. Я поставила камеру на штатив, чтобы было удобнее вам показывать. Давайте посмотрим, какие там есть еще изображения. Так как тема данного ежедневника это путешествие, то все месяца принадлежат каким-то странам и городам. Вот, например, написано Токио. Я так думаю, что это, наверное, весеннее, да, что-то. Давайте посмотрим, какой это месяц. А, да, апрель. Апрель 2018 года. Он посвящен Токио. Так, какие тут еще есть рисунки? Бали! Тоже очень красиво, да, нарисовано. Это какой месяц? Это май. И, в общем, в принципе, каждый месяц имеет вот такую вот картинку. И какую-то страну, какой-то город. Это июнь. Я хочу сейчас найти январь и вставить его в ежедневник. Так. Это какой интересный месяц. Причем тут, видите, нарисованы вещи именно от Louis Vuitton.
Это октябрь. Так, а где же у меня январь? Ноябрь, декабрь. Давайте посмотрим, какая картинка в декабре. Вот. Это Париж. В декабре Париж. Тут еще какой-то месяц был, проскочил. Это у нас ноябрь. Так как в самом ежедневнике диаметр колечек не очень большой, я буду вставлять не сразу все блоки, а частично. То есть, например, по сезонам. Сейчас посмотрим вообще, сколько туда будет влезать. Я так предполагаю, что вот как раз-таки самое начало ежедневника. Потому что тут идет картонная такая твердая обложка. Да, 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 вот это самое-самое начало. Там вот какое-то описание. Контакты мои нужно будет сюда вписать. Вот планирование. Вот этот раздел я, конечно же, вставлю в ежедневник. А, ну вот, как раз январь начался. Я так понимаю, что все вот эти блоки разделены по сезонам. Хотя нет, вот смотрите, это на март. Тут еще есть страница с наклейками. Это прикольно. Я пользуюсь такими наклейками. И задняя страничка. Давайте тогда сейчас вставим это в ежедневник. Готово! На самом деле, мне кажется, что сюда можно будет даже больше блоков вставить, но пока что, наверное, это ни к чему. Пускай они лежат у меня упакованные. Я сюда вставлю книгу контактов. Лежит тут карты, я думаю, тоже можно будет сюда вставить. Я не вставила еще вот этот блок, я думаю, вставлю его вот сюда перед месяцем. Кстати, давайте посмотрим, какая тут картинка у января. Опа, Москва. Здорово, первый месяц Москва. То есть что получается у меня на данный момент будет в ежедневнике? В самом начале я записываю информацию про себя, ну, как обычно. Дальше тут указаны какие-то важные даты. Дальше идут месяца. Это очень удобно. После этого идет еще одна шпаргалочка. Я так понимаю, что тут столица мира, наверное, написано. Потом размеры всякие, ну, в общем, я говорю, шпаргалка самая настоящая. Еще какие-то праздники, каникулы, где можно будет записывать что-то. А вот это вот тоже важная штука. Сюда можно будет записать уже мои важные даты, то есть чьи-то дни рождения, чтобы не забыть. И потом уже начинаются месяца. Первый начинается с Москвы. Здорово, конечно. Так что вот такой вот ежедневничек и наклейки. Уже сказала, очень приятно. Вставлю сюда еще ручку. Буду им пользоваться. Блоки я убрала. Еще раз покажу вам своего малыша. Я очень рада, что у меня появился такой ежедневник. Теперь у меня будет традиция каждый Новый год покупать себе блоки новые. Такая стильная штучка, которую очень приятно держать в руках и, конечно же, пользоваться. Уже мечтаю что-нибудь тут написать. Это был первый подарок от Луи. Давайте пока берем в коробочку. Так, и теперь я покажу вам второй подарочек от Луи. Чеки упаковывают в такие конверты. Это духи. Очень давно хотела аромат от Louis Vuitton. Долго выбирала, какой именно я хочу. Так, давайте ленточку снимем. Прямо сейчас им напшикаюсь, когда открою. Я выбрала себе вот такой аромат. И сейчас я покажу вам, как он выглядит внутри. Достаточно легкий аромат, но он очень красиво раскрывается. Так, господи,
нестандартная упаковка. Тут такая круглая туба. Вот, собственно, сам аромат. У него крышечка на магните. Визуально кажется, как будто крышка вставляется в сам флакон. Но на самом деле крышечка на магните. В Louis Vuitton мне дали такую маленькую сумочку. И в ней были пробники ароматов. Меня спросили, причем, какой бы я хотела аромат послушать и вообще поносить на себе. И я выбрала туберозу, Conte Moi, не знаю, как правильно читается, и с розой. Попробую, обязательно посмотрю, как они будут на мне раскрываться. Но пока что на данный момент вот этот аромат, это прям мой фаворит. Это были все мои подарки от Louis Vuitton. Напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сняла видео про остальные подарки и про то, как я веду ежедневник. Буду ждать ваших ответов. И, конечно же, смотрите дальше. Как проходит процесс гравировки. То есть, получается, машина разогревается, да? Да, машина разогревается до 150 градусов. Здорово. Цвет золотом. Да, золотом. Интересно. Специально для вас. Спасибо. Нового года мы это обычно не делаем или забираем на 3 дня. Да? Ой, как я повезло, спасибо вам. Просто из того, что все активно приходят за подарками, ага. Такие изделия у нас крайне ограничены. А как получается, что оно золотом отпечатывается? Перед вами краска. Это палитра, скажем так, которую можно выбрать. Золотой цвет, он... Я думаю, что он сюда, да, лучше всего подойдет. Там пружинка тоже золотая. Тубероза, он наоборот, я бы сказала, что такой даже немножко землянистый аромат. Там же тубероза – это наркотический цветок. Да? Он произрастает в Индии, и в Индии он считается священным. Цветы распускаются ночью, и... Некоторые даже, если попадают в сад, теряют сознание. Пока мы делаем без цвета, чтобы разгладить кожу. Грубо говоря, как будто утюгом, да? Да, мы под, то есть как под прессом их разглаживаем. Вот 150 градусов у нас температура. Ага. Накаливание машины, поэтому лучше не трогать. Все здорово. Это краска. Угу. Мы будем делать несколько раз, чтобы краска у нас с вами ровненько легла. Она не будет стираться? Нет. Я не знаю, мы каждую неделю меняем. Фото? Давайте сейчас сделаем. Все, я сняла. Трубочка. Наши листики. Спасибо большое. Спасибо. Пойду теперь за духами. Спасибо большое. Смотрите, какая инсталляция интересная. Мне понравились туфельки вот эти. Очень красивый цвет. А еще я себе выбрала духи. Вот эти.
Такой сундучок. Кстати, тяжелый. Это полный набор малышек. Кто радостный? Я радостный. Честно признаться, это мои первые покупки в Луи. И это классно. Смотрите, как там все красиво упаковано. Но это будет лежать под елкой. Я надеюсь, что я вытерплю и не открою это. Спасибо всем за просмотр. Всех целую, обнимаю. Пока-пока, до скорых встреч. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои следующие видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, когда у меня выходит новый ролик. И, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм. Пока-пока.